Всем привет, Ули, с вами Лимончик Шоу 2. И я сегодня поднялся во Львове. Здесь немножко плохо видно из-за тумана, сейчас увеличу размер. Как мы видим, я очень высоко поднялся. Сегодня был туман, и сегодня плохо видно. Стараюсь пофиксировать свои старые ошибки. Вот мы почти забрались на смотровую площадку. Я уже видел замок, уже много чего произошло за вчера хорошего. Главное не трясти телефон. Увидимся чуть-чуть попозже. Да нет, ну посмотрите, вот сколько листьев. Сейчас уменьшу размер. Как желто. Прямо такой красивый листопад в городе. Еще увидимся через несколько секунд. Хай! Хайе! Еще чуть-чуть, и я на смотровой площадке. Need higher. Upstairs. Upstairs. Need higher. Короче, надо выше. Надо постараться. А вы пока что там забодешьте чаек, а я вернусь. Ну, просто офигенно. Посмотрите, сколько домов там. Это надо видеть. Сори. Это надо видеть. Как раз и снимаю, мам. Ах, как все желтое. Главное не уронить телефон. Иначе будет 2П, 1Z. Короче, поняли, о чем я. Как здесь красиво. О, вышка. Я не смотрю на нее, потому что слепит солнце. Ну ладно. Вон там всякие детвора всякая. Короче говоря. Ладно. О. Бо-и. Просто красотень. Флаг Украины здесь поставлен. Просто такая красота здесь. Плохо видно, жаль. Я пошел делать селфи. Goodbye.